getting kinda hard meeting everybody's needs. I knew it from the start, taking advantage of me from the bottom of my heart. I meant what I said, I swear. I guess it's almost like an девчонки, всем привет! И вы попали на мой канал Мир Девчонок. И с вами, как всегда, я Юлия, и в этом видео у нас с вами будет МС-влог за май месяц. Я не хочу что-то много рассказывать, просто если вам интересно, то оставайтесь, конечно же, со мной до конца. В этом ролике много чего будет, такое как, например, экскурсия по лицею, либо же, наоборот, отзывы на какие-то прокладки. Поэтому просто оставайтесь и все сами увидите. Ну а перед началом этого ролика, конечно же, не забывайте тащить вкусняшки, и я вам всем желаю приятного просмотра, а также аппетита. И приступайте уже к просмотру ролика. Это вообще пипец, вы понимаете? Именно в этот день я решила не надевать ежедневку, так как уже не знала, сколько будет продолжаться моя задержка. И именно в этот день у меня начинаются месячные. Спасибо! В общем, сегодня 13 мая, и понимаете, в чем прикол? То, что сейчас уже 7 вечера, да, практически 8 там скоро будет. И сегодня день рождения у моей бабушки. Мы вот недавно прям вернулись, все было хорошо. То есть мы кушали в этом всем роде. Я не находилась в ежедневке, так как я говорю, один-единственный день не надела ежедневку. Вот закон подлости называется. Сейчас у меня были в планах начать снимать вам шортс. А сейчас его как раз таки сниму и пойду к своей второй бабушке, чтобы выложить вам видео, а именно тест-обзор. Обязательно посмотрите его, если вы не видели, я вам оставлю ссылочку в описании под этим видео. И сегодня у нас суббота, и в МС-влоге в мае, какой я хотела вам снимать, я хотела вместе с вами пойти погулять в 6-7 утра, поэтому, наверное, завтра нам с вами придется очень рано встретиться, но пока что я буду снимать и попробую протестить вот эту вот ежедневочку от Sisters, она идет на 2 капельки и с крылышками. И не обращайте внимания, что я тут выгляжу как чмо, потому что я говорю, я вообще не была готова к съемкам. Поэтому сейчас я вам снимаю шортс, а потом уже встретимся с вами, когда уже надену прокладку. It's getting kinda hard meeting everybody's needs. Сейчас как раз таки уже прошел час, и я иду как раз таки к своей бабушке и возьму вместе с собой вот такую вот прокладочку от La Fresh, ну а также вот такую вот одну ежедневку от Young Show. И сменю, получается, уже мою ежедневку Sisters у бабушки, но неизвестно на что, либо на ежедневку, либо на прокладку. Потому что обильность месячных пока что еще не совсем понятна. Ну и как раз таки напишите обязательно в комментариях, как у вас обстоят дела с погодой. Мне очень сильно интересно, потому что у нас очень жарко, вы не представляете, 23 градуса сегодня было. Поэтому вместе мы с вами сейчас и отправляемся. В общем, я прямо сейчас вернулась домой, сейчас уже практически 12 ночи. И не обращать внимания на мой растрёпанный вид, потому что я вся лохматая, так и убежала. И у бабушки я поменяла, получается, ежедневку на Young Show, и сейчас я на ночь хочу надеть вот такую вот прокладку. И все-таки я решила, то, что завтра в 6-7 утра мы с вами не встретимся, потому что сейчас я очень устала. И поэтому на ночь я надеваю вот такую вот прокладочку. Это у меня Bella Perfecta Ultra Rose. Кому интересно, она выглядит вот так вот внутри. И идет с мягенькой поверхностью. Я ее надеваю на ночь, и получается, с ней я уже буду находиться всю ночь, и посмотрим, что будет на утро. Что же, мы с вами встретимся завтра, поэтому всем вам я сейчас желаю спокойной ночи. Всем доброе утро. Мой трубы наконец-то начинает прорывать, поэтому я очень сильно хочу попробовать свою новинку. Это прокладочки вот такие вот, Мирина, из Fix Price. Мне очень интересно, как она будет справляться со своей задачей, со своими функциями, поэтому я ее сейчас не делаю. А, вот.
Спала я не очень, потому что просыпалась я в 4 утра. А вчера же был день рождения у бабушки. Видимо, я слишком много переела суши. Сейчас 8, практически 9 утра. Я встала в 8:10. Поэтому давайте все-таки вставать и начинать новый день. В общем, сейчас мы вместе с папой отправляемся, уезжаем. Он ко мне только что подходит, когда я кушала, и спрашивает, не хочешь поехать случайно со мной. Сначала мы заедем ко мне на работу, потом уже заедем, нужно будет забрать посылку с Озона, и потом заедем в Фикс Прайс. Я типа, а почему бы и нет, знаете? И вместе с собой я возьму на всякий случай вот такую вот 5-капельную Kotex Natural, потому что вдруг она мне пригодится где-то. Поэтому мы поехали. Ну а всем, кстати, кто кушает, желаю приятного аппетита. В общем, мы только что приехали. Сейчас я поменяю, получается, прокладку на ту, которую с собой брала. То есть это Kotex Natural на 5 капелек. Потому что я посмотрела, я же менялась, получается, 2 часа назад. 2, понимаете? 2. Но крови там уже много натекло. Mirinex, кстати, очень классная. То есть вообще не чувствую вообще ни прокладку. Очень быстро впитывает. Очень хорошо держится на белье, поэтому всем вам Mirinex точно света. Ну, а я пойду поменяюсь, ну и как раз таки сделаю вам обложку на тест-обзор как раз таки Secret Day. И потом уже буду заниматься своими делами, делать уроки и так далее. Поэтому еще увидимся. В общем, все это время я занималась... Как бы, так сказать, не знаю, своими делами. В том плане, то, что у меня никогда дел нету. И я всегда лежу и смотрю разные видосики. В общем, сейчас уже пора бы поменять прокладку. Прошло почти 2 часа, но она уже заполнилась. Я прям очень рада видимости своих месячных. Пробую новинки, которые вы выбирали. И, блин, мне очень нравится пока что все. Как проходит. Сейчас пойду в туалет, поменяю прокладку. А поменяю я, знаете, на какую? Вот на такую вот, на Easy Day. Она тоже большая такая. И у меня очень сильно болит живот. Я не знаю, почему во время месячных болят кишки. Вы мне объясните. Очень сильно. Я не знаю, почему. Вот. И поэтому встретимся с вами уже тогда, когда нужно будет ждать, я не знаю. В общем, встретимся с вами тогда, когда уже настанет время встречаться. Ну, и, кстати, я хотела еще снять сегодня видео уборочка в хранениях. Поэтому тоже посмотрим. Вот. И опять же, встретимся с вами тогда, когда уже встретимся. И пока я вам снимала, только что закончила снимать уборочку, я уже протекла за это время, огромное thanks. Поэтому сейчас я хочу поменять прокладку на Bello Fotins Ultra Relax, которую вы выбрали. Вообще все прокладки вы выбирали, можете посмотреть у меня на канале, ссылочку оставлю в описании. Вот, сейчас я иду менять прокладку. Снимала видео, ушел целый час на съемку. Поэтому сейчас я, наверное, либо помонтирую, либо поделаю свои дела, либо сяду за уроки, это еще неизвестно. В общем, посмотрим, что будет дальше. Встретились с вот этой вот легендой, да? Счастливая такая стоит. Вообще труба. Ничего не скажешь. Речки идем в магаз какой-то. Хрен его знает какой. Который верный называется. Верный и предан. Вот. Она, как, короче, что-то хочет купить. Поэтому идем. В общем, девочки, я уже дома. Это можно понять, заметить, да, как бы. И я планировала сейчас пойти принять душ, помыться, освежиться. И я, получается, уже надеваю ночную большую прокладку, это Sleepy. Потому что месячные у меня, кстати, начинают
достаточно сильно так-то заливать. Но у меня прикол организма в чем? Потому что у меня утром, ночью и первая половина дня, они у меня всегда обильные. То есть месячные, да? А вот вечером и во второй половине дня никогда. Просто никогда. И сейчас я уже, как и сказала, приму душ, и встретимся мы с вами только уже утром. Поэтому всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Сейчас шуруем в школу. Ночью спала вообще как убитая. Со Слепой все было хорошо. Я ее поменяла на секреты. И все, в принципе, прекрасно. Поэтому сейчас наша задача — это дойти до школы. Вкусно. Уже жрешь? Очень. Она помогу холодить. Не Я уже прямо сейчас пришла домой и хочу поменять прокладку на вот такую вот Bella Herbs. Так как у меня месячные вроде бы болевают, я хочу надеть сейчас пухленькую прокладку, потому что, знаете, я обычно пухлые прокладки использую на конец месячных, когда выделений вообще от слова совсем нет. Вот. Я ее сейчас надеваю и иду заниматься своими делами. Всем доброе утро! Юля опять заснула, спасибо. Ну, у Юли по уважительной причине. Юля вообще легла спать, так как у нее болела голова. В общем, сейчас уже практически 6 вечера. Я планировала сегодня сходить к бабушке и выложить вам ролик. Сегодня понедельник. Я хотела выложить ролик, который выйдет в пятницу. Поэтому я схожу, сделаю, поменяю сейчас прокладку на вот такую вот Vivi. И, кстати, голова не прошла, сейчас пришла мама, я попросила таблетку, поэтому, когда она у меня более-менее отойдет, тогда я и пойду. Наконец-то Юля пришла в себя, и у меня немножко отлегло от головы, то есть немножко она прошла, я думала, я помру, я чуть ли готова была не расплакаться. Поэтому сейчас я хочу поменять прокладку вот на такую вот Пупи и пойти к своей бабушке. Если кто-то не знает, прокладки Пупи внутри выглядят вот так вот супер простенько, то есть простая беленькая прокладка, но она идет с поверхностью жесткой такой пластиковой сеточки достаточно. Поэтому понравится она далеко не каждой девочке. Вот так вот она выглядит. А еще зацените, какой хвостик у Юли. Я просто такой практически не делала, вот поэтому вам хвастаюсь. У меня слишком хорошее настроение, если учитывать тот факт, что голова не то чтобы прошла, просто отпустила. И не знаю, я сейчас ходила такая веселая. Ну, как бы готова расплакаться и вмиг могу стать веселой. Ну, это я, это норма. Если бы не вы, я бы, честно, будь моя воля, я бы прямо сейчас завалилась бы спать. В общем, мне опять поплохело, у меня сердце сейчас колотится как ненормальное. И плюсом то, что тахикардия на это влияет, так и еще мне очень плохо. И сейчас башка чуть не раскололась, просто я еле доперла домой. Выложила вам ролик, завтра буду делать обложку. Надеюсь, что у вас ничего не болит. И, в общем, я сейчас поменяю прокладку на вот такую вот Libres ночную. Уроки делать не буду, так как здоровье важнее. Всем доброе утро! Я сейчас хочу поменять прокладку на вот такую вот толву с платином на 5 капелек. Кому интересно, как она выглядит внутри, то вот так вот. То есть обычно толву с платином прокладочка вот такая. Кстати, на прокладке Libres ночной, не так уж и много месячных, спала я как-то странно. Сначала я, как и сказала вам, легла в 22 часа, а потом я проснулась в 23:50 и не смогла больше заснуть, и сидела, смотрела ролики до 3 ночи. Ну, в принципе, я выспалась, не знаю, как вообще получилось выспаться, но я выспалась.
Сейчас буду готовиться к школе, и всем как раз-таки желаю удачно провести этот день. Что-то ты черная какая, смотри, на тебя камера смотрит. Да вижу я. Реально. А? Пока. В общем, что хотела сказать? В общем и целом, честно говоря. В телеграм-канале я выложила пост, чтобы вы мне писали разные задания, я бы их выполняла. То есть вы много упускаете, если не подписаны на ТГ. Поэтому переходите, ссылочку оставлю тоже в описании. И сегодня как минимум 3 задания выполнены точно будут. Лучше бы я их не надевала. У нас сейчас, в общем, сказали то, что отпускают. Ага, и сейчас написали. Делаем и уходим. Делаем задание и уходим домой. Но прикол в чем? Мы уже ушли, и это потом да, уже выйдет. Хрен кто не знает, может быть, нам скажут сдаваться. Я хоть сейчас и дома, но я прям на несколько минуток зашла, потому что мы сейчас с мамой уезжаем. Мы поедем покупать ткани, которая нам нужна для проекта по технологии. Мы вместе с Лерой будем делать персонажа BT21. Вы можете видеть, тут я вам вставлю какие-нибудь картиночки. И мы будем делать вот эту вот печеньку. Ее зовут Шуки, и придумал Мин Юнги. Мой второй муж. В общем, сейчас я хочу поменять, как вы уже заметили, вот такую вот прокладочку пятикапельную на Дети Мопед. Кто не знает, как она выглядит внутри, она достаточно длинненькая, на 5 капелек, и выглядит вот так вот. Надеваю прокладку, и мы уезжаем. Кстати, я вот сейчас вспомнила, в ТГ написали вопросик, задание. Я не буду палить этого человека. В общем, вопрос звучал так. Расскажи итоги морозной недели. Что могу сказать? Морозная неделя — это была неделя видео на моем канале с 25 до 31 декабря. Каждый день выходило новое видео. Я очень сильно для вас старалась, я думала, что будет от вас какая-то отдача, но YouTube просто не рекомендовал мои ролики от слова совсем. Я не знаю, буду ли делать и в этом году морозную неделю, потому что YouTube вообще, когда очень часто выкладываешь ролики, их не рекомендует, и они очень мало набирали просмотров. Всем привет опять! Я опять заснула, признаюсь, однако это уже больше от усталости, потому что я задолбалась ездить по городу, искать эту ткань. Так и не нашли, будем ездить еще. В общем, я хочу поменять прокладку Мопед на вот такую вот 4-капельную Липрес. Что хочу сказать, месячные подходят к концу, я это по ним вижу, то есть их практически вообще нету. И получается то, что в школе только очень сильно заливает, то есть реально в первой половине дня. Еще что хотела сказать, это то, что еще я сниму вам 2 примерно дня, и закончится у нас с вами мой свой. Ну а кто не знает, как выглядит Либрес именно внутри, то я вам сейчас, конечно же, покажу. У них немножечко не докладывают вот сюда вот производитель материала, поэтому думаю, то, что их сейчас будут прекрасно использовать. Я только что закончила писать уроки, задали нам 3 предмета письменных. Я сейчас хочу поменять прокладку на вот такую вот Cotex Young на 4 капельки. Я ее хочу надеть на ночь. Прокладка сама по себе вот такая, с поверхностью мягкой сеточкой. Всем спокойной ночи! Пока! Всем доброе утро! Почему я вчера не снимала? Да не было, в принципе, ничего интересного. Вечером я только опять пошла к бабушке. И у нее уже, получается, надела Лафреш, в который и легла сегодня спать. Ну, а сейчас я хочу поменять прокладку. У меня осталось всего лишь 2. Вот такая вот Cotex Ultrasoft и вот такая вот Ola Shulk. Я возьму Ola, и мы сегодня с классом отправляемся в какую-то экскурсию, в какую-то гимназию. Не знаю зачем, нам толком не объяснили, поэтому думаю, то, что будет что-то интересненькое, я вам подсниму.
Но сейчас я побегу в школу, так как у нас сейчас первый урок геометрии, и мне нужно дописать нашу домашку. Ну, а вам всем я желаю прекрасно провести этот день. Братан, ты в Ютубе, у Маши все. Отдай мне мой вокалин, честно. Он не хочет лететь, с нами будет сидеть весь урок. Контрольную будет помогать. Да, я опять спала. Я легла, получается, в где-то 3 часа дня. Проснулась в 9. У меня очень сильно болит голова, и все в этом роде. Я узнала, что нам задали, и пойду сейчас обратно ложиться спать, потому что я очень сильно устала за вот эту вот, пока мы в этот лицей ездили. Да, кстати, в лицей мы ездили не в гимназию, как я говорила утром. И совсем забыла сказать о том, то, что я выполнила задание подписчицы из телеграм-канала. Она у меня просила сфоткаться с 3 людьми, такого же цвета волос, как и у меня. Но я нашла только одного, точнее не нашла, это наш одноклассник. Поэтому картиночку, фоточку я тут вставлю и само задание тоже вставлю. С этих месячных остается одна единственная прокладка. И в принципе это всегда у меня одна единственная прокладка оставалась. И я сейчас хочу на ночь надеть такую вот ежедневку Кэфри. Поэтому я сейчас надеваю ежедневку, пойду, может быть, что-то возьму на кухне, съем и приду лягу спать. Ну, а всем вам я хочу сказать только одно. Спасибо большое вам за просмотр этого МС-влога. Обязательно пишите в комментариях, как он вам, понравился или же нет. И я очень сильно надеюсь, что мы с вами встретимся еще и не раз на других моих роликах. Обязательно посмотрите также другие, ссылочки я оставлю все в описании. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, в котором все самое интересное происходит. Вы все упускаете, поэтому жду твоей подписки. Ну и еще раз благодарю за просмотр. И встретимся с вами уже в новых роликах. И всем до новых встреч, девчоночки. Всем пока!